Всем привет! Сегодня мы расчехлим с вами швейную машинку и сошьем что-нибудь нужное. В частности, в рюкзаке у меня есть отделение, удобное сверху, в котором очень мало разных кармашков. Поэтому нам нужен какой-то органайзер для кармашков. Идею я посмотрел как-то ранее. С помощью множества резинок можно сделать удобный органайзер. Я себе буду делать по форме вот именно для этого кармашка, но вы можете экстраполировать на любую вашу ситуацию и любой ваш карман. Для того, чтобы сшить, я буду использовать электрокартон. Вы можете использовать тонкий пластик, картон, что угодно, чтобы немножко жесткости придать вашей ткани. Я использовал резинку 20 мм. На глаз ее нарезал. Нарезал, примерял. Дальше пришивал. Я сделал одну сторону, потом решил, что с другой стороны тоже было бы классно, если бы были резинки. Но с первой стороны и так много разных резинок, они уже дают какой-то вес, какую-то массу. Соответственно, с другой стороны, я решил это дело облегчить в несколько раз и сделать всего лишь пару резинок, закрепив их своеобразным способом. Пришиваем окантовочку для красоты. И чтобы удобно было доставать, берем обычную толстую нитку, пришиваем ее. Получается ручка. В итоге у нас получилось вот такое изделие. И оно как раз помещается в мой кармашек. Теперь что-то находить довольно просто и быстро. Спасибо за внимание, ставим лайки, пишем комментарии. И желаю вам, чтобы в вашем рюкзаке или сумке всегда было счастье нахождения нужной вещи.